И мы продолжаем рассказывать о Чебоксарском международном кинофестивале, который проходит в столице Чувашии. Всю неделю в больших и малых залах идут разные фильмы. Отдельной темой заявлено этническое и региональное кино. Сегодня в Национальной библиотеке состоялся показ одной из картин. Короткометражный студенческий фильм «Дерево. Дипломная работа студентки в ГИК Хавы Мухиевой». Она родилась в Чечне, сейчас живет в Москве. Картина на родном языке. На 20 минут зрители переносятся в 94-й год на Северный Кавказ. «Дерево» повествует о друзьях Адаме и Хаве и их непростом детстве. Эта картина уже неоднократно получала награды разных кинофестивалей. Очень интересно посмотреть на фильмы разных стран, которые тоже представлены здесь. Это помогает нам, студентам, более морально обогащенными быть. После просмотра это всегда будет обсуждаться между нами. Мы будем выносить минусы, плюсы всего этого. И национальное кино очень люблю, потому что интересно, потому что я учился в Махачкале, студентом был в Махачкале 32 национальности основных только. Вот, аварцы, даргинцы, лакцы и так далее. Вот. Мои родственники близкие, Кабардино-Балкария. Вчера вот смотрел прекрасный фильм полнометражный «Невиновен» про адыгов. Удивительный, просто фантастический. Сейчас я пришел специально посмотреть фильм «Дерево» чеченское. Чечня тоже мне близка. Все эти фильмы о нашей стране и людях ее населяющих, о добре и зле, которые встречаются в нашей жизни. Завтра же фестиваль закрывается. Совсем скоро мы узнаем имена победителей.